Это поселок Петровский. Горевшая пристройка. Тоже от попадания. Вот это от крыши. Еще одно попадание. Снаряда. Здесь раньше был дом. Я даже не знаю. Я сам увидел дым. А как эта улица называется? А я. Новая Брикетная, поселок называется. Поселок Новая Брикетная. А меня вчера показывали. А как они? А нормально. Пацаны тушили, а потом один бабушка. А бабушка опять в квартиру зашла и сидит под подоконником. Ну ничего, то бегом заскочили, ее вывели. Прямое в этот дом. Это вообще, понимаете, семья. Нам сегодня в больницу привозили, прям этот, в подвал попала бомба, попала. И, слава богу, люди остались живы. Девочку, 17 лет, с ошейными, осколки вытягивали. Мальчик сидел, плакал, ее брат. Это ужас. А вы говорите. Спасибо. Ну, скажите что-нибудь, ну скажите. Ну, мы передаем то, все, что можем. Спасибо большое. Это мы тоже на Брикетном. Это Брикетное, тоже попадание снаряда. А тут больше нигде не попало? Тебе этого мало?